Морозов. Так вот, в первом матче Витязи выиграли, а во втором проиграли. Бросок, гол! СКА 19-46. Благодаря мощному броску под Колзина сходу, ну и блестящая передача была Марченко. Смотрите, берет шайбу сейчас, вот вам не видно. Марченко берет шайбу, отдаст ее под Колзину сейчас. Отдаст, потому что это первая шайба, получается, молодежной хоккейной лиги. Скорее всего, так. Ну, ее, естественно, оформят. Хорошая комбинация. Смотрите, все трое здорово сыграли. Ну, и Беспалов тут без сил.